развлекательная передача, где мы задаем красивым людям вопросы, они на них отвечают, и если отвечают великолепно, получают за это денежный приз. Ой. Какая форма глагола в русском языке Я заново начну? Да, без проблем. Какая форма глагола в русском языке считается начальной? Давай, это уже добрый день. Форма глагола? Ну, что делать, как это понять? Форма глагола. Начальная. Я не знаю, как понять этот вопрос. Ну, я в русском, я прямо умный. У меня 90 баллов по ЕГЭ пару лет назад было. Вот. Но такого там вопроса не было. Здравствуйте, пообщаемся. Здравствуйте, торопись. Без проблем, братишка, торопись. Что происходит? Перезапишем началку, здесь посимпатичнее. Всем здравствуйте, меня зовут Евгений Ширяев. И это передача «Опрос за бабос». Вот уже 40 минут мы шарахаемся по городу, солнечному Петербургу. И никто не хочет участвовать в этой супер-пупер, самой классной и очень привлекательной передаче с нами. Я сегодня ведущий, Алексей Чивкин, мой товарищ, сегодня оператор. Пойдемте, пойдемте потихонечку, пойдемте, пойдемте. Красотища, во рту 4 увища. Смотрите, какие лесенки шикарные. Хорошо-то как? Здравствуйте, вы как всегда прекрасно выглядите. Может быть, пообщаемся немножечко на нескрытую камеру? Мне интересно, какой у вас интерес? А у нас интерес таков. Давайте встанем, да, в тенечек. Развлекательная передача, где мы задаем красивым людям вопросы, они на них отвечают, и если отвечают великолепно, получают за это денежный приз. Ой, вот денег вообще не надо, рассказывайте, задавайте вопросы. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, вы коренная петербуржанка. Я из города Владивостока. Я так и думал, представляете, я смотрю, думаю, она точно из города Владивостока. Конечно, конечно, из морского. Говорите быстренько, денег не надо, отвечу на все. Все, вы торопитесь. Ну, еще хочется где-то пройти. Хорошо, всего лишь 40 минут вашего времени. Нет, не за что. Это была шутка, это юмористическая передача. Какой химический элемент обозначается символом С? Си или С? Си. Пускай будет Си. Так, силвер, Си, серебро, нет, нет. Си. Русская С. Русская С. Ну, опять же, русская С или... Да. Это просто русская С. Силвер. Нет, не, наверное, не отвечу. На букву У. На букву У. Что, уран? Нет. Потом буковка Г. Потом буковка Л, потом Е. Угле. И мужской. Урод. Углерод. И это правильный ответ. Подсказка. Спасибо. Никаких подсказок от ведущего сегодня, никаких. Какая европейская столица стоит на реке Тибр? Тибр. Так, это что-то связано, по-моему, с Норвегией. Нет. Тибр. Господи, я ведь пол Европы объездила. И вы даже видели Колизей? Конечно. В Риме 3 раза было. То есть, получается, вы прям проходили мимо реки Тибр? Ах, Тибр, мне показалось Сибр. Тибр. Или Киборг. Рим, конечно. Это Рим, естественно, кто здесь? Надо говорить членораздельно. Мне, да? Да, вы сказали все. Сибр, поэтому... Сибр, да. Я сейчас, секундочку, я сделаю гимнастику. Да, языка. Время есть еще у нас? Пару минут. В начале этой битвы схлестнулись Челубей и Пересвет. Кто эти люди? Челубей и Пересвет – это наши монахи, которые участвовали в битве. Так, как бы не соврать. Как говорят историки, они сразу же убили друг друга, и поэтому этот, как говорится, момент не удался. Они, наверное, хотели, кто победил, те
и, ну, чтобы, ну, понимаете. Мальчики да, всегда дерутся. И кто-то мальчики дерутся, и кто-то умирает, а они, как говорят, оба, так, сразу же. Пересвет и... Но это может быть неправда, потому что история, она же такая. Ну да, ее же и каждый пишут, перепишут, рассказывают да, по-своему. Да. Былины, просто былины, какие-то сказки. Ну как стыдно, ну-ка скажите еще мне ответ правильный. Пересвет и этот, как там еще кто-то там, это примерно 1356 год нашей... Да, я правильно говорю? Да, серьезно? 1356? 14-й. Я туда ушел? 14-й. Что у нас было в 1356 году? Что за битва? Кулич и Пасха. А, что поняла, Куликовская. Куликовская битва. Наука, это вопрос number four. Наука, изучающая поведение света. Наука, изучающая поведение света. Сложный вопрос я вам задаю, нет, знаете. Это не сложный. Что я, что у я, меня мозги... Что-то я разошелся сегодня. Не туда направленные. Первая буква О. Ну, конечно, оптика. Это, конечно же, оптика. Без единой подсказки мы подходим к пятому вопросу. Эраст Фандорин. Знаем такого? Да. Герой какого произведения? То есть, не какого произведения, а какого автора? Ну, вот читала же его недавно. Я скажу одно, что у этого автора я читал историю, и вы знаете, мне нравится, как он описывает историю. То есть, он так и говорит, что, может быть, это было, может быть, этого не было. Вот одни говорят так, другие говорят вот эдак, эти вот так говорят, а вы уж сами выбирайте, как вам нравится больше. И это был Борис... Акунин. Борис Акунин, браво! Так, я могу быть свободна. Ляжка горит сегодня, поэтому я считаю, что вы заслужили сегодня приз. Заслужили. 1000 рублев достается вам. Деньги не беру. Полю. Ну почему? Да не беру. Мне было интересно. Чем мы могем вам как-то вот вас порадовать? Главное, скажите, я вот сейчас сюда выхожу на 22-й автобус и еду. Так, Алексей, здесь надо тебе что-то говорить. Что там 22-й автобус? Да, он буквально здесь останавливается. И он идет по Невскому. Да. По Невскому 22-й. Я-то здесь особо не шарю, а он здесь центровой человек. Спасибо вам. Вам спасибо большое. Взаимно. До свидания, хорошего дня, здоровья и всего самого наилучшего. Просто I love you. Это просто I love you, вы знаете. Так бывает всегда. Ты что-то ходишь, бродишь, думаешь, какого, почему с тобой никто не хочет общаться, понимаете? Приходится уходить из той локации, приходить в эту, и тебе достаются такие замечательные участники. Ну что ж, тыщенку мы сэкономили, глядишь. А, правила игры, я же не рассказал. Если человек отвечает без подсказок, он получает 1000 рублей. Если я подсказываю, он получает 500 рублей. В любом случае, он получает 500 рублей. Но если это такие прекрасные люди, как Татьяна, наша была Татьяна, как Татьяна, и тыщенка не жалко. У нас продолжение банкета. Идем потихонечку искать следующего человечка, который ответит на этот опрос за бабос. Посмотрим, кто это будет. Возможно, вон тот парень с оптикой на глазах. Здравствуйте, молодой человек. У нас к вам очень серьезный разговор. Здравствуйте, давайте поговорим. Меня зовут Евгений. Михаил. Сколько вам годиков, Михаил? 20. Учимся, работаем. Не учимся, не работаем. Вау! Ну, класс! Ну. Кем станешь, когда вырастешь? Не знаю, сейчас на бармена пойду собеседоваться. Неплохо, неплохо. Куда пойдешь? В Новую Голландию тут ресторанчик. Вау, у нас есть связи. Приходите. Там, если что. Реально? Конечно, можем за тебя словечко замолвить. Ну, если, давай. Конечно, ты прикольный парень. Но это вам решать уже. Да ты и так прикольный парень. Ну все, тогда делай. Каждый сам по себе прикольный парень. Это что правда. Мне решать? Зачем ты на меня перекладываешь эту ответственность, понимаешь? Извините. Ты извините. Должен сам быть уверен в себе, что да, я прикольный парень. Спасибо. Это опросы за бабос. Я задаю тебе 5 вопросов. Если ты отвечаешь без подсказок, ты получаешь 1000 рублей. Если я подсказываю, тебе 500 рублей. Если я подсказываю, и ты ни хрена не знаешь, ничего не отвечаешь, ты все равно получаешь 500 рублей. Давайте. Что, в какой сфере будут вопросы? То я так-то не очень много знаю.
Плюмбум. Это что такое? Плюмбум? Вот, честно говоря, забыл. Знал, забыл. Блин, я тоже забыл. Подожди. Это для разгона вопрос, надеюсь? Я, ну, же, ну, это не первый. Да, это для разгона. Да, все, вспомнить супер. Бы самому, что это такое. У меня не написан ответ. Мне кажется, свинец. Свинец? Свинец. Леш, свинец? Можешь погу-погу? Свинец, да? Спасибо! Спасибо, это свинец. Это свинец. И мы правильно отвечаем на первый вопрос. Кто написал рассказ о... Ой, какие сложные вопросы, братиш. Не, ну с рассказом авантюрно могу попасть. Ладно. Кто написал рассказ «Старуха и Зергиль»? Не попаду вообще, кстати. Сладкий. Сладкий? Да. Сладкий. Синоним или антоним? Ну, я примерно синоним? Понимаю. Лёх, сейчас... синоним или антоним? Антоним. Перезапись. Горький? Этот, Максим Горький. Это браво! Я думаю, вы сначала на этого. А можно какие-то там нецензурные выражения говорить, нетолерантные? Ты хочешь ругаться матом? Нет, просто я думал, вы на кого-то гея намекать. Сладкий, типа синоним. Какой-то же там Шекспир... Нет, Шекспир не гей. А сейчас можно про геев в России говорить? Я просто, ну, если не особо я не гей, слежу можно. За... А, да, то есть можно других типа обзывать, да? Но мы типа не геи. Ну вот вы с Алексеем дружите? Вы, ну, в шутку друг друга называете геями? Пацанский юмор там, знаете? Пацанский юмор и называют, ну, товарища геем? Да. Вы не знали? Как называется отрезок, соединяющий противоположные углы ромба? Отрезок, соединяющий противоположные углы ромба? Это что такое значит? Это значит, вот есть условно ромб, и вот отсюда до сюда, вот так вот? Туда можешь уже не идти, вряд ли тебя возьмут на работу. Так барменам-то это знать не надо. Или это на мою судьбу влияет, вот этот запрос? Вы сейчас расскажете все. Я тебя понял. Какой был вопрос? Отрезок ромба, соединяющий стороны, как он называется? На букву «Д». «Л» в конце. Диагональ? Диагональ. Раз. Да. Какая форма глагола в русском языке Я заново начну? Да, без проблем. Какая форма глагола в русском языке считается начальной? Давай, это уже добрый день. Форма глагола? Ну, что делать, как это понять? Форма глагола. Начальная. Я не знаю, как понять этот вопрос. Ну, я в русском, я прямо умный. У меня 90 баллов по ЕГЭ пару лет назад было. Вот. Но такого там вопроса не было. Поэтому тут это просто вопрос некорректный как будто. Егельная форма образования, вот так вот нынче. Не знаем, какая форма глагола в русском языке считается начальной. Я такое сочинение. Это неопределенная, неопределенная, понимаешь? А, так не, я это всегда пропускал. На букву И вот этот, тиф. И. Что? Именитив. Именитив? Именитив. Ну, это твое вообще не помню в школе. Инфинитив. Да я что, я не знаю. Ну и на какую тему ты писал сочинение? Я не помню, что у меня было, но я помню, я книжку этого Ирвинга Стоуна привел «Жажда жизни», там про Ван Гога. Ладно, пофиг это, а ты вообще поступать-то в какую-нибудь путягу почему не хочешь? Я вообще сейчас из ГУАПа иду, тут ГУАП, если знаете, рядом. Документы пришел, хотел забрать документы, аттестат, меня туда отчислили. Пришел я к двум, как мне сказали, потому что отдел кадров с двух работает, и что? И там был мой друг, там... и я сказал: «Привет, гей!» И он говорит: «Привет, гей!» Мы так прикалываемся с другом. Не, и мы погрубее. Там, короче, смешно. Ну, вот, давай смешно, у нас юмористическое шоу. И там очередь огромная, я решил, все-таки один я не вывезу, поэтому с другом погоди, в следующий погоди, стоп, раз, стоп, стоп, с другом стоп. Геем приеду. Подожди, как-то вы с другом прикалываетесь, что было смешно там по поводу, там жестко? Ну, там из контекста... Типа пидор? Типа пидорок. Вот это уже, это само все смешное пидорок. Слово. Пидорок. Или... Типа, о, пидор. Ну, педик уже так, уже педик, не, да, не особо в мете, но вот пидор. Ну ладно, ладно, хватит. Может быть, нам про педиков в натуре нельзя сейчас говорить по телевизору. Давайте туда, да? День. Да, базар. Давайте, Алексей. Пятый вопрос. Еще вот, 2 метра назад. Жарко, весь. Вопрос пятый. Какой город мечтали освободить участники первого крестового похода? Вот и подумай. Как ты думаешь, кого они решили освободить первыми? Просто подумай, логически подумай, какой город это был? Москва. Честно говоря, в истории
Я очень слаб. Только в русском языке, там, инфинитив, туда-сюда, 90 баллов. В русском я прям баллов. Неплохо себя держусь, историю даже по ЕГЭ не сдавал, у меня 0 баллов. Это был город Иерусалим. Может быть. Я обещал пятихатку тебе за участие. Да мне не нужны деньги, я так для давай, вайба. Давай переведу на карту. Не нужно. Не надо? Нет. Шикарная приятно. Локация. Никто не хочет брать бабосы за правильные ответосы. Хотя правильных ответосов сколько было? Ни одного! Этот канал называется Негодяй ТВ. Подписывайся, читай комментарии. Тебя там будут все очень сильно хейтить. Говорить, какой же ты необразованный. А можно микрофончик убрать и спросить кое-что? Давай только с микрофончиком, брат. Давай. Не стесняйся. Факи показывать можно? Если хочешь, покажи факам. Просто тем людям, которые хейтеры. Но есть, очень, хейтеры. Есть классные люди, которые по вайбу, правильно говорить? По вайбу? Конечно, вайбу да. Или вайб? Вайбу. Вайб, которые да. По вайбу смотрят, и им просто хорошо посмотреть на наш город, на вот этого симпатичного уже немолодого, мне 23 года, ведущего, понимаешь? 23? А некоторые цепляются за то, что какие у нас тупые люди, понимаете? Вот им, этим занудам, ты им можешь показать факт, можешь показать. Вот так вот, увесистый вот так такой, вот, уверенный в себе факт. Не пишите всякую грязь. И так грязи нам хватает. Пишите только хорошие, великолепные комментарии. Напишите про него, что он... Молодец, кстати, я шляпу забыл дома. Что он вот это вот ну, без шляпы. Прям хорошо очень. Да, молодец. Ну. Все, шуруй тогда. Спасибо тебе. Спасибо вам. От души свидания. Душевно в душу. Пока. Да, это было так себе, а мы идем дальше. Мы где-то уже виделись, да, кажется? Да. Но все, уже как-то поменялось настроение. Ой, нет, еще. Так я повысю его, повысю. Повысю. Я слушаю вас. У нас снимается сейчас, господи, где оператор? У нас снимается сейчас передача, и я бы очень хотел, если бы вы поучаствовали в этой передаче. К сожалению, у меня нет времени. Всего хорошего. Напомню или скажу впервые, что в эту пятницу мы с Алексеем, а меня снимает Алексей, будем вести свадьбу в Москве, поэтому я буду в Москве 28 июня. Сейчас июнь, 28 июня, примерно в 7 часов на ВДНХ мы будем ходить, шарахаться там и снимать опрос за бабос. В Телеграме подробные кружки я буду делать, поэтому переходите, если кто хочет сфотографироваться хотя бы. Сфотографироваться, никто не хочет сниматься в моей передаче. Здравствуйте, может вы поснимаетесь в моей передаче? 28 июня. 2024 года. Пойдемте отсюда, Алексей. Пойдемте, здесь нечего ловить. В связи с тем, что у вас великолепная прическа, спасибо. Хотелось бы, чтобы вы поучаствовали в этом шоу. А какое шоу? Это шоу называется «Опрос за бабос». Меня зовут Евгений, а вас? Настя. Анастасия? А тебя как зовут, паренек? Алексей, Алексей. Алексей. Да. Алексей Алексеевич? Да. Андреевич. Алексей Андреевич. Да. Алексей Андреевич. Алексей Андреевич, хорошо видно, а то у нас рост с ним отличается. Поучаствуем, да, в этой передаче? Ну, сложно будет или... Можешь немножко вот хотя бы вот чуть-чуть. Сложно будет или... Это будет очень сложно. За правильный ответ ты получаешь 1000 рублей. Ну ладно, давай. Если я подсказываю, 500 рублей. Будет такой момент помощь Анастасии. Окей. Завивку сам делал или это естественно? Естественно. Хорошо. Свои. Как называется самец утки? Мне кажется, я даже в этом вопросе неправильно отвечу. Или что? Ну кто? Не знаешь? Цыпленок? Село. Село? Инь. Зынь. Селезень. А, селезень. Браво! Будет считаться за подсказку? Ты не знаешь. Ну давай нет, давай нет. С каким континентом Южная Америка связана Панамским перешейком? Северный. Что? Северным. Что? Северным. Северное сияние? Северной Америкой. А кто был связан? Сейчас, подождите. Панамский перешейк.
с каким континентом Южная Америка связана? И ты говоришь Северная? Северная, мою Северная. Да, это очень правильно. Автор произведений о мисс Марпл. Мисс Марпл. Я вообще не знаю. Агату знаешь? А, Агата Кристи, да, знаю. Будем считать это за, как за подсказку? Да нет. Не будем, да? Да нет. Типа на тыщенку идешь, да? Да, реально. Ну ладно, ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Бабки есть еще. Я еще сегодня никому ничего не дал. Не берут бабки? Не берут. Какой президент США передвигался на инвалидной коляске? Смотрел Пёрл-Харбор? Нет. Зря, если бы посмотрел бы, видел бы президента этого. Он был во время войны Второй мировой. Кто был во время Второй мировой войны президентом в Америке? Он был на коляске, там его парализовало. Неплохой мужик, как говорят в истории. А может быть, хрен его знает, что там он мутил, творил. Я не знаю. Я не знаю ничего. Это все вранье. Вранье, может быть. А может быть и нет. На букву Ру. На букву Ру. На букву Ру. Рузвельт? Что-то такое? Или Рузвельт? Рузвельт? Еще что? Что? Рузвельт? Да, это правильно. Что, будем считать, что я подсказал? Не, вообще, я сам. А, нахрен всем. Иш какой? На территории какого государства находится мыс Доброй Надежды? Ой, это... Интересный вопрос, я не знаю. Там очень тепло. Там очень много чернокожих человеков. Ты знаешь, да? Первая буква Ю. ЮАР. ЮАР? Это правильно. Без единой подсказки Алексей Андреевич побеждает в этой передаче. Ура, ура. Браво, браво. Браво, браво. Передай привет кому-нибудь. Не знаю. Возьми в руки колбаску, давай. О, колбаску? Да, вот так. Ну, блин, она какая-то... Держи аккуратно, вот так. Окей. Подальше, подальше. Привет... Привет, The Forest. Что? The Forest, это группа такая. Сколько я обещал? 50 рублей? Тысячу. А, тысячу? Да не надо, реально. Я не знаю, как хотите. Да не, возьми что. Да зачем? Возьми, братишка. А это куда-то попадет? Как у вас канал называется? Возьми, возьми. Настя Стасенко, возьми, купи Александру Андреевичу морожку. И чизбургер. Чизбургер. Канал называется Негодяй ТВ. Смотрите на всех платформах, которые только есть на этой планете. Окей. Ну, мне кажется, это прикол, да? Это прикол галимый. Есть Телеграм, подписывайтесь в него, чтобы просто смотреть на мое изнеможденное хлебало, когда я в иной раз делаю какие-нибудь кругляшки. И напоминаю, что в пятницу буду в Москве на ВДНХ. Ищите меня, а также смотрите на кругляшки, чтобы не про Е. Да. Бать. Ставьте лайки. Комментарии приветствуются, только хорошие и добрые. Если вы не знаете, что писать, то напишите слово. Субскрайб. Или кучерявая голова. Ну, ладно, такая умная кучерявая голова. Спасибо Андрею Александровичу, Алексею Андреевичу. Угу. Спасибо. Это было? Ну, так себе. Это бывает и получше, но позор, а что поделаешь, я не знаю. Настя, прикосновение. До свидания. И на этой печальной ноте мы прощаемся не только с ними, но и с вами. Всем желаем добра, здоровья, мира и благополучия. Алексей, спасибо, что снимаешь меня. Это классно. Да, все верно. Я буду ведущим на свадьбе в пятницу, а Леша будет диджеем. Понимаете? Мы вот так вот в связке работаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас можно будет заработать по бусику? Да. Я тебя вот так приветствую. Меня зовут
Евгений, а вас зовут Алексей Андреевич. Алексей Михайлович. Алексей Михайлович. Наша передача подошла к концу. Всего хорошего. Просто прощаемся со зрителями. Всех благ, до свидания. Да, до свидания. Да, это было просто супер. Спасибо. Все, пока. Это было круто. До свидания. До свидания. Йоу, yeah.